Мои дорогие друзья, я хочу пройтись по саду и показать вам, что меня сейчас радует в апреле. Друзья мои, если вы еще не подружились с геранью, я очень настоятельно рекомендую вам это сделать. Потому что более неприхотливого растения я не знаю. А какой аромат? Вот сейчас я прикасаюсь к листочкам, и невероятно приятный. Ой, аромат мне очень нравится. Это растение цветет. Это растение растет на любых почвах, в любых местах. Даже в глухой тени будет расти вот этот цветочек. И при этом цвести, что очень немаловажно. И защитит вашу почву от сорняков. Видите, какой густой коврик. И вот прям единичные сорняки пробиваются через него. Но скоро герань поднимется, и этим сорнякам тоже уже не будет ни света, ни питания, ничего. Ну и мы поможем, уберем лишнее. Так что очень симпатичное растение. У меня несколько сортов, но вот этот самый простой, самый неприхотливый, цветет такими синенькими цветочками. Середина апреля, а у меня уже есть свой лучок. Смотрите, какой сочный, вкусный. Красивый. Прямо даже жалко рвать. К шашлычку самое то. Вчера с Димой поставили опоры. И вот если приглядеться, вроде, для чего здесь опора? Там, понятно, растет пиончик. А здесь для чего? Но если мы внимательно-внимательно приглядимся, то увидим, друзья, что там уже проклюнулось моя новая кровохлебочка. Какая она красивая, друзья, вы себе не представляете. В прошлом году она еще плохо цвела у меня, но в этом году будет красота. И чтобы она не заваливалась, у кровохлебки есть такая проблема. Она не всегда, вернее, всегда не очень хорошо себя держит. Мы поставили для нее вот такую опору. Красивую. Кровохлебке должна понравиться. Удивил, так удивил колокольчик сараста. Посадила я его в прошлом году малюсеньким кустиком. И посмотрите, как он нарос. Это уже огромный кустик и дает боковые побеги. Ну, видимо, тот еще агрессор. Но очень красивый, поэтому я рада. Буду делить, буду рассаживать и делиться с друзьями. А вот Вероника... Уже даже не прочитаю, какое название, стерлось. Выглядит очень слабенькой. Была одна большая веточка, я решила ее прищипнуть, и она как будто хочет загнуться. Но есть еще вот такие малюсенькие побеги. Надеюсь, оклеймается. Очень будет жалко, если пропадет. Посмотрите, какая слабенькая. А вот шалфей. Отличный кустик. Обалденные ароматные листики. Это растение мне прислала в прошлом году Светочка. Тоже был маленький кустик, долго сидел. А вот сейчас в апреле, середина апреля, уже вон какой кустик нарос. Очень рада. Еще один колокольчик из свежепосаженных в прошлом году. Бирочка, к сожалению, почему-то не сохранилась. Тоже хорошо себя чувствует. Конечно, не такой огромный куст, как сараста, но все равно тоже, видите, есть боковые побеги, можно их отщипнуть, пересадить. Птичка украшает, как всегда, мой садик. В общем, я рада. Колокольчики пошли. А у меня уже в горшках колосится что-то. Честно говоря, не помню, что. Посадила я в горшочки, прикопала, и вот сейчас выкапываю и расставляю. Ну, красота же. Очень радует. И сюрприз будет. Честно говоря, не помню, что посадила. Также не помню, что, как называется вот этот чудесный хвойничек. Он очень милый, очень симпатичный. Мне кажется, я даже помню, что я покупала его в Туле, в магазине «Хомяк», но пока еще не нашла бирочку и видео, где я рассказываю, что это за чудо. Хотя помню, что и видео такое было. Но обязательно найду. Но самое главное, что он жив. Такой приятный на ощупь. И вид у него такой милый. Вот эти кончики светленькие. Просто прелесть.
замечательное дополнение в мою коллекцию, хотела сказать. Но нет, конечно, никакой у меня коллекции. Просто люблю хвойные и по возможности покупаю их. Эх, загадки садоводом-цветоводом продолжаются. Но в этот раз это загадка для меня тоже. Не помню, что я сюда посадила. Даже вот по листикам первым открывающимся не могу определить. Не понимаю, что это. Может быть, кто-то из вас мне подскажет, что это может быть, а? Да, интересно, что тут вырастет в итоге. Ну, подождем. Ну, может, вы подскажете. Буду ждать.